Всем доброе утро! Доброе утречко! С первым снегом, с праздником, старым Новым годом, который наступает. Вот. Да, да, всех с праздником, ребята. Да, кстати, снег начался. Подписали, я утром комментарии почитала, дофига где. По всей Украине практически выпал снег. Крутяк. Крутяк. На старый Новый год. Да. Так что давайте, доставайте санки. Блин, а где наши санки? Они уже, наверное, ржавчиной там покрылись, да. Вот, ребята, а мы завтракаем. Что у нас? Лена доедает. А, Сергей, начнем, да, отсюда. Да, бутерброд отсюда. С майонезом, с колбасой. Да. У меня ламинированный, заламинированный. Подогретый. Да, смотрите, сыр реально его заламинировал со всех сторон, этот бутерброд. У Лены доедает, она картошка осталась. Ну вот она вот юшку не ест, а картошку повыедает. С хлебом и с огуречиками будет. И кусок торта на этот самый, на сладости. На прикуску. Все, доброе утро. Доброе утро, ребята. С первым снегом. Ура! На улице плюс 2, но на улице зима. Зима, ребята, зима. Снег. Офигеть. Вот это круто. Зима, зима. Пока снег не растаял, надо идти на улицу. Там столько детей, столько людей. Вот. Лена идет со мной. Санки. Мы достались. Рука отвыкла санки нести, да? Правда, они у нас без спинки, но спинка сломалась. Сколько им лет уже? Ну, с детства, как ты маленькая была. Только раньше мы одеялка на них стелили, спинка была, ты как королева. Да. В садике тебя по утрам возила на санках. И там еще бордюр был, я их просто ненавидела. Боялась бордюров. Нет, 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 только не... Она говорила, не бордюр, говорила, а бандюр. Только не бандюр. Не, бандюры. Бандюры, она буквально не говорила. Бандюр, рыба, говорю. Ребята, открываем дверь. И там снег. Сейчас нету, да? А, вот есть. Капец, так еще и слушай, еще и нормально снега, смотри. Он, я тебе хочу сказать, что он тает. Ребята, уже капает с деревьев, прикиньте. Ну, все, тогда пошли. Так что сегодня, возможно, единственный день, когда снег, ой, голубь прям сливается со снегом. Гуля, гуля, рыбу забыла котам. Ладно, мы когда придем с Альмой, пойдем и напомним мне взять. Господи, я ж сейчас все. У тебя сейчас, а ну, скользят? Очень скользят, а ну. Я ж все. Да нормально, держи. Ой, меня под руку. Страшно. А ты кидай санки, ну. Погоди, постой. Садись, я тебя буду вести. Нет, давай уже ты. Тогда ты меня, мы сейчас спустимся. Ой, господи. Что, скользят, да, очень, кроссовки? Очень скользят. Погоди. Офигеть, ну давай меняться обуви, пошли в подъезд. Ай-яй-яй. Пошли в подъезд. Что, прям так скользят? Да, я не могу так. А ну, проведи ногой. Ну как, ну нет. Ну держи меня. Я понял, я когда иду. А варежки где твои? У меня в карманах. А. По две варежки. Короче, мы нашли, ну чтобы полепить еще снежную бабу, возможно. Вот, мы взяли такие вот варежки, короче, нашли Ленины детские. Они не... Прикол у них, они классные, что они не промокают. Но зато в этих варежках Лена похожа на крабика. Да, кстати. Ложи. Ух ты, снег! Он прям скрипит. Дай, дай. Давай. Давай скрипеть. Мы как дикари, блин. Снег. Прикинь, Альма будет в шоке, когда выйдет. Это кто-то перчатку потерял. Детская. Какой-то девочки. Маленькая-маленькая. Надо это, на дерево повесить, да, что собачка не внесла. И кто-то увидит. А, так вот почему на деревья зашел? Ну да, обычно на дерево вот так вот. И найдут. А какая-то собачка может унести себе в дом куда-то. Так, давай мне руку, потому что Лена уже чуть не упала. Короче, вроде подошва у нее на кроссовках этих теплых рифленая, но она скользит. А я даже по мокрой, просто по мокрому бетону иду, она начинает. Давай я повезу санки, а ты меня держи, держи. Держись. Вот. Скользят кроссовки. Людей столько на улице. Ой, вон катают этот клубок. Все вышли снежный. Последний на снег посмотрели. Пошли ей помогать. Нет. Лена не хочет ехать на санках. Подожди, меня так. Ой, слышь, я встану. А ну давай мне камеру. Я скольжу. Короче. Да не руку.
Тяни, раз, два, три. Короче, у Лены обувь скользкая, у нее не получается меня вести, печалька. Пошли переобуваться. Я думала, что я сегодня буду как на коне, но не тут-то было, короче, надо меньше. Все потому, что кто-то слишком много ест. Я, да. Это мы не знаем, куда пойти, где есть горка, чтобы покататься, короче, на санках. Там во дворе детьми все занято. Да, и там горка, ну, не очень. Там я в дом врезаешься. Да, там в дом прям врезаешься. Я прям до дома доезжала, было дело. Детей много, и что, я буду мать. Там кататься, короче. Ищем горку, идем туда, в сторону мемориала. Вон туда, вперед. Сейчас дорогу перейдем. Там когда-то была горка, она небольшая. Мы в каком-то году, помнишь, даже на видео снимали, там катались. Один года раз. Года два назад, наверное. Вечером. Да, ходили. Может, и там народу валом. Но она не сильно крутая, она такая легенькая, как раз для меня. Ну, до лечения. Смотри, аккуратно, потому что машины, снег, у них сейчас тормоза плохо работают. Не падай, смотри, Лена. Я буду тут первопроходец. Давай, давай. Что ты робишь? Ого, у меня лампа. Капец. Прикольно, да? Да. Да хоть потрогаю, он лепится или нет? Лепится, лепится. Он идеально просто лепится, Лена. Так, слушай, не, я отойду пока. Если делать снеговика, то вот здесь вот и надо. Опа! Снег чистый, его много. Капец. Что, пошли покатаемся, придем снеговика сюда лепить? Да. Да? Ты что, мне живот снимаешь? Нет. Что, снег попал в кроссовок? Да блин, конечно. А-а-а. Погоди, ща. Че, ребята, мы меняемся обувью. У Лены скользят, и они низкие, и снег уже туда попадает. Поэтому как хорошо, что у нас один размер ноги. Ты переобулись, Лена, вези меня. Ой, не быстро. Ой. Лена. Я еду сама. Я сейчас на речку туда вниз укачусь. А где? Они сами едут. Да. Ты даже не тянешь их. Да. Ой, подожди! О! Короче, пришли мы в детский. Да, заправляй штаны, чтоб мне. Лена, а может штаны прям сверху на них натянуть? Тогда не будет снег попадать. Думаешь? Попробуй одну штанину так сделать. Сверху на них. Нет, они будут спадать. Да? С ботинка, да. Блин. Видите, поэтому надо, короче, когда снег, нужны высокие сапоги с нормальные. Потому что у меня вообще кроссовки, туда снег попадает. Фу. И что, тут видите, тут маленькие горки. Блин. О, маленькие горки. Ого. Не, ну до кустов. Но это вообще не горка, конечно. Так вон. Вот тут? А, надо. Тут никого нету, потому что это не горка, а черти че. Короче. Где нам горку найти? Вот, горка, давай. Давай сразу со скал туда. Тут даже никто не катался еще. А ну, садись. И что, ты в дерево поедешь? Куда? Там вот туда надо. Пизда? Можно повернуть же. Как ты повернешь? Ногой? С этими штуками. Ну давай, садись. Я тебя подтолкну, садись. Ну не стрёмно. А что, я первая давай? Нет. Ну давай ты первая. Только ты что, в дерево прямо? Да, в дерево. Ну давай, садись. Садись, садись, я тебя толкну. Да мне не стрёмно. Давай. Все. Ты держишься? Да. А ноги куда? Да давай. А ноги куда? Все, все. Ой. Подожди, не могу тебя толкнуть. Поехала. Ты так далеко уехала? Да. Пока. Держи. Сейчас я попробую. Они заворачивают, короче, тут не накатано. Просто. Я вон завернула туда. Ой. Ой. Давай. О, господи. Приехала. О, господи. Я не могу встать. Нормально ты поехала, слушай. Да, нормально. Только, блин, у меня снег попал уже в кроссовки. О, клево. Лена, это было больно. Вот так вот, ребята.
Выпал снег, есть возможность позгонять вес после Нового года. Садите ребенка, желательно ребенка лет 12, а лучше 30 где-то. Фу. Лена, сейчас камеру кинешь. И везете, везете долго, запыхавшись, и жир просто с вас стекает. Стекает жир весь ручьями. Лена, будем лепить снеговика, блин? Пойдем, пойдем. Пошли. Так, будем лепить снеговика. Только мне сумку мешает, нас никто не собрет тут сумку мою. Там ничего толкового нет в ней. Так, как лепить? Не блин, знаю. Ну мне же неудобно в куртке, она мне давит. Ты уже сделала первый клубок? Давай попробуем. Первый клубок? Давай попробуем его катать. Ну иди, иди. Сюда иди. Сюда иди, становись. Да у меня нет снега, погоди. А я, ребята, иду на мемориал. Девчонки уже там. А я чуть запозднился. Прикольно, зима, блин, началась. Вон он стоит. Но он идет. Он идет медленно, потому что он перегружен техникой. Папка набрал кучу техники. Все. Ж... рюкзак не промокнет с техникой. Да нет. Набрал все, что было в доме. Опа! Держись! Опа! Ребята, там, блин, некуда пойти, нету горок. Короче, со снеговиком у нас не получилось. Потому что снег просто на просто не лепится. Ой, елочка какая красивая стоит в снегу, смотри. Не лепится снег. О, идет Сергей. Вот. Не знаю даже, куда еще пойти. Ходим, короче, вокруг да около. Не могу где погулять. Вчера на заброшке были, сегодня здесь. Среди стройки. А еще погуляем, что домой идти. Мне потом хочется сальмы. Пойдем потом сальмы, Лен? Угу. Мы ее закинем в снег. Закопаем. Да, я шучу. Чтоб собачка хоть походила. Именно я хочу посмотреть сама лично, как она по снегу ходит. О, вот это другое дело, вот это я понимаю. Быстрее, быстрее. Да шучу, не гони. Лена, не гони. Я боюсь. Ой, как хорошо. Как в детстве. Она говорит, давай тут кататься. Я говорю, ты что, посмотри. Раз, полетела. Если, и если прям... туда полетел, то ты спрыгиваешь, пусть летит дальше. Офигеть, так держи меня, у меня скользкие кроссовки. Пошли. Смотрите, какая красота. Здесь снегом засыпала. А река не замерзла? Нет, да. Нет. Я ее везу, а меня еще и сзади, короче,
Атакуют! Атакуют! Сергеевна! А у тебя не скользкие? Смотри аккуратнее со спиной, блин. Потом мы тебя будем... Ну все, не скользи! Да, потом мы его будем вести. Ага. Как в детстве. То колено в детстве весело. Чуть-чуть. Опа! А теперь много. Аккуратно! Нет! Аккуратно! Ты же любишь экстремальные. Экстремальные карусели. Это да! Неудобно бегать, обувь скользит. Ой, смотрите, красиво как. Опа! Хорош, хорош. О, Лена, смотри! Ух ты! Как на елках оно красиво. А ну, подержи. Сейчас я потрогаю. Все, все. Прикольно, да? Тут даже зайти можно, Лен. Ух ты! Классно здесь, да? Сюда. Лен, иди сюда. Иди сюда. Я нашла подарки! Оставь их. Никто не украдет, Донь, мы видим. Я нашла подарки, Лена, иди скорей. Блин, прикольно, да? Ага. Как в фильме в этом, да? Ребята! Тепло ли тебе, девица? Снег идет! Тепло ли тебе, красная? Снег идет. О! Посыпались мне на голову? Да. Ребят, тут как бы вы этот... А там одна. Ребят, вы осторожнее хотите. Тут вообще все упало. Какие наркоманы пасут? Раз шприц, два шприца. Давайте поаккуратнее, окей? Шприцы? Ну мама, под каждой елкой в нашем городе. Вряд ли они будут сейчас здесь пастись. Не, я все равно, я в шоке. Что, походить под елку, чтобы делать свои... Мама, тут все елки такие. Вези. Давай. Саночки. Ты, тебя вести. Не-не-не, нет, тут асфальт. Тут асфальт. Ну, так... Красивые елки вообще, да? Да. Посмотри, какая красотулечка стоит. Вот. Классная. Вообще, ага. Обалденно. Смотри, Сергей Люси. Ой, он как будто чей-то, он очень красивая шерсть у него. Да, да, посмотри. Чистенький. Он чей-то. Он такой мягкий. Ты просто вышел погулять, что ли? Киси-киси. Идет по своим делам. Классный, да? Да, вообще, как черная ночка. Давай, Милана. Конкретно, давно уже подожди. Не видели такого, ой, да? Ой, блин. Нет, не получается, Лена. Блин. Нифига. Не, вообще, ты как себя. Не. Ну-ка, подержи. Сейчас я собью. Да. Как в детстве. Сейчас так раз и в глаз. Так, сейчас в другую сторону не отхожу. Задело. Сейчас я собью, как в детстве. Ой, поставил так своего врага сюда. Подожди, я сейчас собью, как в детстве. И так... Красиво, да, висят? Красиво. На грязных трубах. Ребятки, посмотрите, как красиво. Да, как колокольчик издалека. Ну, да. Смотри, рябина и покрыта снегом. Офигеть. Очень красиво. Классно, классно. Класс. Как можно картину, Лена? Тащи. Мольберт будешь рисовать. Я не умею. Рябина? Я тебе нарисую. Хочешь? Я не умею рисовать. Там стая, ребят. Ну, издалека. Собаки. Они до мусорки идут. Проверить. Ну, кстати, что-то мусор не вывозят. Ну. Да? Как-то переполнено здесь постоянно, да? Угу. Что, пойдем за Альмой? Пошли. Собаки. Что, кушать хотите? О, и как раз вынесем кошкам. У меня рыба. Приготовлена для уличных котов. Второй день забываем, вынесем. Вот как раз покормим.